игра такая немножко нервная сложилась, поэтому еще виной погода была. Мне кажется, очень тяжело то, что сегодня довольно-таки жарко, и ребята молодцы, то, что выстрелили. Ну, они, конечно, не без... жалко, что не безопасных моментов в наших ворот. А так рад, что выиграли. Результат важный для нас. Ты исполнил дубль. Вот как так вообще получилось? И были ли возможности нереализованные, как думаешь? Ну, по-моему, то, что у меня было, я сегодня забил. И рад, что так все сложилось. Самое главное то, что это первый гол. Он в основном предопределил, наверное, исход поединка в дальнейшем. Зашибся защитник, я подхватил и повезло, немножко убежал. Хорошо, что все сложилось. Спасибо тебе большое. Леша, еще раз вопрос один. Как часто удается в день рождения такие себе подарки преподносить? Было у меня уже в 2009 году, по-моему, у меня был хэт-трик на день рождения. Играли с московским «Спартаком», это за дубль казанского «Рубина». Так что так, не впервые. С днем рождения, с победой. Хочу поздравить болельщиков с победой всех, команду нашу. Тяжелая была игра, жарко очень было. Ну, свои моменты мы использовали, соперник нет, победили. Как сегодня обороне было особенно тяжело? Что-то Рязань сегодня прямо агрессивно была. Ну, не знаю, с чем это связано, но сыграли как бы не очень надежно в этой игре. Вот. Будем исправлять ошибки, я думаю, что все будет хорошо в следующей игре. Спасибо большое.